Здорово, ребят, сегодня поговорим немного о вещах для рыбалочки. Вот, собственно, первое, о чем можно поговорить, ну, это то, что видно сразу, это вот такая сумочка. Сумочка очень крутая, качественная, похожа на такую армейскую, американскую, пиндосовскую штуку. Собственно, может быть, она так и есть. Рекомендую для рыбалки, а продается она, собственно, тоже для рыбалки, очень удобная. Сюда можно засунуть какой-нибудь спиннинг. Вот. Очень качественные замки, все дела. Ну, такая ништяковая сумка, можно положить дофига чего, в принципе, нужно на рыбалке. Фиксируется на поясе, фиксируется на плече. Удобно нести в руке. Много кармашков. Внутренних кармашков, то есть сюда можно запихнуть и документы, и все дела. Вот. Конечно, по улице с такой сумкой гулять, ну, не знаю, на любителя, но для рыбалки самое то. Ссылочка будет у нас в описании, как все дела. Вот, сразу, да, тоже, что может быть полезно на рыбалочке, такой фонарик. Данные вещи все приобретены на Алишке. Фонарик плюс в чем? Во-первых, он водонепроницаемый. Во-вторых, у него нет таких батарей, которые, собственно, трудно достать, купить. Он идет вот с таким блоком мини-пальчиков. Три штучки нужны, вот я в Икее покупал. Светит очень мощно, водонепроницаемый, подводный, собственно, можно под водой светить. Пробовал не раз сейчас. Правда, дневной свет, но... И фонарик также регулируется. Прям можно светить на поплавок. Там, я не знаю. Чем сильнее сужаешь, тем чуть-чуть он светит. Ну, сейчас не видно, я же говорю, дневной свет. Но фонарик очень крутой. Меня в нем привлекло. Это цена и водонепроницаемость. Следующее, что хочу показать, это, наверное, спиннинг. Спиннинг также приобретался на Алиэкспресс. Упакован замечательно, очень круто. То есть, как многие делают, они делают, многие оборачивают вот эту пупырчатую хрень, которая лопается, да. Здесь же твердая коробка. Чехольчик. И набойка на кольца, что очень важно, потому что множество спиннингов приходят поломанные. Вот. Я взял 2,1 метр, я брал для именно закидывания блесны, но я лоханулся, ребят. Лоханулся по-жесткому. Не прочел жесткость спиннинга, тем самым взял себе такой вариант речного спиннинга. Он очень жесткий, можно даже сказать, ультра жесткий. Для наших водоемов в Москве, Подмосковье такое не подойдет. Касаемо качества, качество реально крутое, все кольца целы, ничего не приходилось заклеивать, доклеивать, как многие, собственно, это делают. Все очень круто. Ну, что могу сказать? Буду использовать его как закидушку с кормушкой, как донку. Потому что иначе, ну, смысла в нем иного использования нет. Вот, жесткость его написано 30-60 грамм. То есть просто, грубо говоря, если вы будете такой спиннинг заказывать и будете закидывать, например, блесну, в прудах, где будут зацепы, то ваш спиннинг вот этот вот, он не почувствует даже палки какой-нибудь. То есть он реально очень жесткий. Материал, в принципе, довольно хороший. Я думаю, что при разумном использовании, да, будет очень даже неплохо. Тут использован металл. Но, тем не менее, спиннинг очень легкий. Единственное, что не особо удобно его... Ну, в руке он сидит не особо удобно. В общем, буду я его использовать как донку, закидушку с прикормкой, наверное, кашу.
Вот. А себе закажу, например, какой-нибудь ультралайт спиннинг с жесткостью там минимальной. На блесну, наверное, до 10 грамм. Тут от 30 до 60, да? Да. Ну, собственно. Ну, ничего страшного. Ну, лоханулся, бывает. Следующий товар. Это, наверное, одно из лучших, чего приходило с AliExpress. Это у нас катушечка. Тоже упакована она очень добротно. Катушечку я брал за 1992 рубля. Идет сразу, да, в подарок такая шпуля. Катушечка на 4000 с отсеком. Очень качественно все. Вот эта шпуля, это сплав был, это алюминия. Тут мануальчик есть, все дела. Катушка реально крутая, ребят. Это, я еще раз повторюсь, наверное, лучшее за последнее время, что касаемо товаров для рыбалки. Катушка реально пиздатая. Если я не ошибаюсь, 12 подшипников. На самом деле я до сих пор не понимаю, зачем столько много. Вот. Используется здесь алюминий. Катушка тяжелая. Шикарное просто исполнение. Качественно. Значит, есть блокиратор. Тьфу, блядь, блокировка. Которая не позволяет отходить вообще назад. То есть это что очень важно. То есть вообще нет никакого оборота, чтобы катушка шла назад. Очень важно. Замечательная штука, мне очень нравится. Так что советую. Все ссылки будут под видео.